Короче, всем привет, с вами Денис Гатлей. Сейчас я буду открывать карточки, ну или же самоцветы такие. Вот я одну карточку, которую получил 40 самоцветов, и за этим самоцветом можно обмениваться на платные игрушки. Я, короче, ведь вы знаете, я Супер Мидбой дошел до босса, и мне дали одну карточку. Она что-то называется Ретро Мидбой, что-то. Ну давайте открывать. Первая карточка это по CSGO. Что-то там, ну я давайте, значит, самоцветы, да. Все, короче, 40 самоцветов, вот так, FBI, это, кстати, хорошая карточка очень. Теперь 120 самоцветов, вот за них дают 40, сколько за это дают? Необычную карточку дают открывать. Ну, это, наверное, дешевый, очень мало, а, 16 дают только. Ну, Супермен Бой, Бендл Герл, это я открыл нового персонажа. Да, по-моему, это. Хочу открывать им самоцветики. И последняя карточка, что она дает? Ретро Мид. Стим коллекционной карточкой Супер Мидбой. Ну, чё, нормально. Давайте теперь просмотрим, сколько у меня самоцветов. Так. Вот видите, я могу что-то там обмениваться на платные игры, видите? Надо 1200 этих вот этих фигней, чтобы что-то там открыть Супер Мидбой или обменяться. А собрать вот недостаточно самоцветов. Вот, можно на Counter-Strike зачем-то Next in Zombies обменять, я не знаю зачем. Ну, она хоть и бесплатная, но вы как видите, у меня тут, ну, видите, да, можно взять на PDZ Haste. Впрочем-то, да, видео, вот. И, впрочем-то, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, с вами был Денис ГТ. О, кстати, что за бендл? Она у нас осталась, кстати. Вот, кстати, я не знаю, кстати, я вам сейчас один прикольчик покажу. Мне в Team Fortress дали чистильщик. Просто от меня 10 уровня. Я не знаю, откуда он у меня, ну ладно. Вот, то есть что, добавляйте меня, друзья, у меня все нормально, вот так вот все, впрочем-то. Можете приложить мне какие-нибудь оружки на CSGO отправить, если хотите. Ну, впрочем-то, всем спасибо. Просмотр. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо.